Сотрудничество в области лесного хозяйства между Беларусью и странами-соседками в последние годы стало особенно тесным. Обмен опытом в этой сфере дает свои плоды, а потому стороны стремятся к регулярному взаимодействию, в том числе посредством таких встреч. Количество гостей и представителей лесной отрасли, приехавших из 4 стран, стало одним из подтверждений того, что белорусов есть чему поучиться. Внимание делегации было представлено несколько структурных подразделений лесохозяйственного учреждения «Кобринский опытный лесхоз», на примере которых зарубежные коллеги смогли изучить работу в сфере охраны лесов от пожаров и незаконных рубок. Я хочу выразить большую благодарность госинспекции белорусской, которая нас пригласила и показали нам все эти объекты, показали лесничество, показали, как работа происходит. Для меня конкретно это очень хороший опыт. Я тут видел очень такие интересные вещи, очень прогрессивные технологии, очень прогрессивные люди. И такие, я хочу сказать, очень рада, что познакомилась с людьми, которые очень энтузиазмом относятся к своему делу. В запрусском лесничестве внимание представителей лесной отрасли были представлены снаряжение и предметы экипировки госинспекторов охраны животного и растительного мира, а также показана многооперационная лесозаготовительная техника. Полезность встречи подчеркнули все ее участники, а потому не исключено, что она станет очередным шагом на пути совершенствования деятельности отрасли лесного хозяйства в соседствующих государствах. В Литве введен запрет на торговлю сетями рыболовными. К примеру, в Беларуси он уже давно действует, в Литве они были свободные продажи. Они посмотрели, что действительно бороться надо начинать именно с торговли сетей, и ввели себе подобный запрет. В свою очередь мы изучили опыт наших эстонских коллег по ведению лесного регистра, так называемые программы, которые обеспечивают учет растущего лесного фонда, а также у них есть система учета древесины на стадии ее заготовки и до отгрузки во двор непосредственно потребителю. Мы приходим к тому, что подобную систему, безусловно, необходимо внедрять в Беларуси. Она позволяет очень точно контролировать передвижение древесины вот на всех ее этапах. Условия транспортировки диких животных, а также меры ответственности за незаконную охоту – это то, что белорусские охранники природы переняли у своих зарубежных коллег. В данном случае международный опыт помог взглянуть на ситуацию иначе, а результатом стало внесение поправок в законодательную базу. Пример прибалтийских стран стал полезным и в части ведения белорусского охотничьего хозяйства, а именно создание первичных коллективов. Управление охотничьим хозяйством ведет не какое-то юридическое лицо, а коллектив охотников, которые постоянно охотятся на этой территории. И получается, что они наиболее заинтересованы в том, чтобы был порядок в угодьях. Они полностью сбрасываются в виде взносов и за счет этих средств содержат свое хозяйство. Оно небольшое, до 10 тысяч гектар. В основном в среднем где-то 5-7 тысяч. Коллектив охотников его полностью охраняет, обслуживает, ведет там учет диких животных и, соответственно, там охотится. Подобная практика была предложена и уже реализована в концепции развития охотничьего хозяйства, которая принята в Беларуси. Я думаю, что подобный опыт мы также начнем постепенно внедрять и у нас. Он очень интересен и очень эффективен в части сохранения диких животных. Международная встреча природоохранных инспекций Прибалтики и Республики Беларусь в таком расширенном составе проводилась впервые. Однако большой интерес к совместной работе дает предпосылки для дальнейшего сотрудничества сторон.